Всем привет! С вами Лилия Донского. Сегодня делаем заказ из каталога номер 13. Это мой первый заказ, и я сразу размещаю на 150 баллов. Расскажу, что я заказала. BB-крем для дочки, самый светлый оттенок взяла. Защитный крем для рук. Это для себя у меня уже такой крем был. Какой же он клёвый! Я вот решила повторить. Далее я взяла все интимки новые, кроме двух. Мне у синенький аромат не очень понравился на бумаге, и я не стала брать ту, которая для молоденьких девочек. Всем рекомендую попробовать такой смягчающий лосьон для интимной гигиены. Я думаю, он будет очень крутой. Мы попробуем. Если интересно, задавайте вопросы, расскажу потом. Так, взяла для клиентов питательный крем мед и молоко для рук и тела. 3 штуки. Один, наверное, себе оставлю. И у меня есть клиенты, которые берут постоянно, поэтому я уже сразу заранее заказала. Так, далее. Сухой шампунь для придания объема, это для себя, это под заказ помада, кстати, повторный заказ, клиентка уже брала именно этот оттенок, она прям в восторге, говорит, как только будет со скидкой, сразу мне бери. Так, далее, себе взяла слоновую кость, матирующую пудровую тональную основу, новинку, мне понравилось, думаю, будет прям прикольно. Так, под заказ аромат Sublime Nature. Парфюмерная вода очень классная. Взяла пробник новой водички понюхать. Только не поняла, тут какая-то замена. Пробник, карточка. Ну, надеюсь, аромат можно будет попробовать. Так, далее масочку для дочки. Чайное дерево. Ей очень она понравилась. Она говорит, мама, мне нужна эта маска. Классно, она сейчас со скидкой. Вот я ее беру сразу. Так, далее мыло мужское. Мыло. Так, это под заказ. Карандаш для губ тоже под заказ. Интимка — это под заказ для девочки. Помада тоже под заказ. Аромат тоже под заказ. Со скидкой 50% я взяла дочке Love Potion Secrets аромат. Он все равно выходит дешевле, чем сейчас со скидкой. Получается 320 рублей. В любом случае идет экономия. Она очень любит эту водичку. Так, здесь что у меня? Да, пока нет наличия спецпредложения. А где у меня? А, и вот еще набор декоративной косметики мне идет в подарок. Сейчас посмотрим компоненты набора. Так, пудра придет за 1 рубль. Тональная основа ультрастойкая. Карандаш для глаз черный, тушь с экстремальным объемом и помада пыльная роза. Кстати, наверное, помаду себе оставлю. Давно хотела из этой коллекции помаду, но почему-то сразу не заказала. А вот думаю, пыльная роза, это, по-моему, тот тон, который мне нравится. Ну, каталоги, естественно, мне положили 10 штук. Как участнику премьер-клуба всего за 210 рублей. И один каталог за 7 рублей. Что-то еще хотела сказать. А, да, витамины — это тоже по акции, то есть они идут в подарок вот к этой, ко всей коллекции. Нужно было, чтобы 2 новичка прошли первый шаг стартовой программы, и вот получается уже 2-й набор я за 1 рубль получу. Я в восторге просто от этой акции, супер. Так, по-моему, ничего не забыла, но это мы получим позже. Нажимаю «Далее». Так, здесь у нас какие-то спецпредложения. Да, кстати, можно... новые помады заказать, показывают спецпредложение. Но я пока решила не брать новую помаду. Очень у меня их много. Так, какие тут у нас спецпредложения? То есть надо тоже всегда смотреть. Может быть, здесь что-то нужное. То, что вы давно ищете. А оно здесь как раз будет по акции. Ух ты, колечко с розовым кристаллом. У меня такое есть. Так, ну, в общем-то, ничего меня не заинтересовало. Водичку я добавила. Так, дальше продолжаю. Так, доставка бесплатная на дом, потому что заказ большой. Спецпредложение мне не интересно. Оплата будет перед получением. И осталось нажать кнопочку «Оформить заказ». Нужно проверить, ничего ли я не забыла. Вот, сейчас еще раз проверю и нажму «Оформить заказ». То есть получается 35 продуктов, сумма заказа 150 баллов, вот выходит 6659 рублей. Так, далее, скидка использовалась почти 4000, и к оплате осталось всего 2664 рубля. Скидка — это за работу команды, то есть это
выплачивают всем, у кого есть команда, процентный уровень какой-то, поэтому рекомендую разобраться в плане успеха компании Oriflame, приглашать людей в свою команду, за это вы будете получать еще больше выгод. Согласитесь, лучше заплатить 2600, чем 6600, да, на 4000 меньше. Вот, спасибо вам за внимание, всем желаю успешного каталога, хороших выгодных покупок и до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.